Патриарх Кирилл дал оценку воссоединению Русской Церкви. Он назвал историческим подписание акта о каноническом общении Церкви в Отечестве с Церковью за рубежом, пятилетие с момента которого отмечается в эти дни. Этот документ положил конец многолетнему разделению между Московским Патриархатом и Русской Православной Церковью за границей. Мы вспоминаем о событии большого исторического значения, знаменующем собой преодоление одного из трагических последствий политической и духовной катастрофы, пережитой Россией в 20-м столетии, говорится в послании патриарха духовенству и мирянам Русской Церкви.